Привет! Привет, самые стойкие аудиолюбители, не покинувшие меня в столь трудный для моего проекта час. Я, конечно, шучу. Час как раз радостный, потому что это час творческих поисков, которые сулят творческие же успехи, и они, безусловно, есть. То есть и предыдущая конструкция трехполоски на динамике СИС 6,5 дюймов меня устраивала, в принципе, но хочется еще что-нибудь попробовать. И вот я пробую динамик Monocore, который обладает, напомню, чуть большей чувствительностью, калибром 8 дюймов и довольно хорошими силовыми характеристиками. То есть благодаря длинному ходу он способен в фазоинвертере развить довольно приличное звуковое давление. Надо ли это, я еще не уверен, но тем не менее заложился фильтрами сравнительно высокого топ-то третьего порядка с той целью, чтобы дать динамикам возможность проявить себя, в том числе на довольно высоких уровнях звукового давления и подаваемой мощности. Такие дела. То есть такая универсальная, чтобы получилась конструкция. То есть я двигаюсь в сторону универсальности от заточенности, которая бы устроила мои хотелки. Я двигаюсь к хотелкам как бы более популярным, публичным. Такие дела. Сегодня я хочу показать те построения кроссовера, изменения кроссовера для этой трехполоски, то есть динамик Monocore, Tank Band и Phonetech. Для них я хочу кроссовер, который я использовал в прошлом проекте. Это отломалось, я все равно буду менять. Хочу изменить для того, чтобы понизить частоту раздела между средним и высокочастотным динамиком. А раздел низкочастотного динамика я оставлю без изменений. Без изменений, потому что он очень хорошо отработан. И кроме того, я не обратил ваше внимание, я сам заметил только при просмотре видео потом, что при повышении частоты, которую я подаю, частотного диапазона, который я подаю на низкочастотный динамик, появляется очень нехорошая полка, которая валится с огромным трудом, если это делать близ этой полки, там где-то около 1,5 кГц, по-моему. А если резать ниже, как я это делаю, 600-800 Гц, то эта полка уходит в какие-то минус 60, которые как бы не влияют на рабочий диапазон, на полосу пропускания, что очень хорошо. То есть, каким образом монокорцы собирались его позиционировать для двухполосной системы, честно сказать, я не знаю. Ну, единственное, может, если резать его где-то на 4 кГц, так эта полка как бы сгладится и будет где-то в середине диапазона, может быть так. Но меня лично это бы не устроило. А вот в качестве низкочастотного динамика он проявил себя очень лихо. То есть, я вам дал возможность послушать, ну, некоторые отрывки музыкальные и шумовых фрагментов в сравнении с динамиком СИС, который я отсюда уже убрал, чтобы они нам не мешали развлекаться. Не могу сказать, кто из них выиграл. Вот СИС более легкий, в 3 раза легче, чем этот. Я имею в виду подвижная система, вес подвижной системы, то есть той массы, которую мотору, то есть магниту приходится толкать. Но, однако, и белье у этого больше, но, однако, не в 3 раза. То есть получается, что скоростные характеристики у СИСов все-таки лучше, но этот в меньшем объеме, в меньшем ящике копает, в общем, так же глубоко и с большей отдачей, с большим ходом. То есть, видите, тут очень тонко надо понимать, когда строишь акустическую систему, свои задачи. То есть, таким образом, есть возможность выбрать с целью достичь какого-то конкретного результата, а не просто так, чтобы это был монокор, или чтобы это было 8 дюймов, или 6 дюймов, или вес подвижки был бы такой. То есть там целый комплекс, клубок параметров взаимосвязанных, которые очень интересно разгребать. Потому что получаются результаты, может быть, стороннему человеку они покажутся практически одинаковыми, то есть разницу он может и не заметит, но мы с вами, которые, ну, тратите время, вы, по крайней мере, смотрите это кино, и я надеюсь, может быть, делаете что-то сами. Хотя даже если вы сами это не делаете, то при покупке, при выборе, или просто при анализе у каких-то знакомых какой-то акустической системы, вы сможете оценить и с другой стороны то, что вы видите. Не просто с потребительской, вот этот дебильный вопрос, какая там частотка или сколько там ватт, это вообще тупее, не придумаешь вообще ничего.
когда я говорю, что там частотка от 2 Гц вот, очень хорошо работает, начинается непонимание вот этих людей, я бы попросил удалиться куда-нибудь, чтобы они там обсуждали на понятном им языке, о чем, в общем, идет речь. Ну, допустим, они же не спросили, с каким затуханием, ну, допустим, 60 дБ. Ну, вот и будет вам 2 Гц у любой, в общем-то, бедюльки даже такой вот небольшой. Это я, конечно, все утрирую, потому что я злой. Потому что у меня с таможенные проблемы. Компания СИС прислала мне еще 2 твиттера, кстати, с металлическими диффузорами, для того, чтобы я их на комплексе Клипель на виброанализаторе прогнал, в надежде, что эти твиттеры, поведение их диффузоров будет лучше, чем, предположим, тканевых куполов. Есть такая огромная надежда. Ну и тогда я вам об этом с удовольствием расскажу, покажу и будем радоваться вместе. А таможня от меня требует, почему я не предприниматель, почему я частное лицо, как это так мне компания присылает частному лицу, чтобы я заполнил какие-то декларации, какие-то налоговые документы описал. Я все это дело форварднулся сам, мне надо сказать, стойко за меня держится, ну, в смысле, отбиваются, пишут туда письма в этот DHL, что, ребята, то есть мы все заплатим, все пошлины сами, ну, что в прошлый раз я за эти СИСы заплатил, почему-то 2 раза, то есть, ну, это все довольно мне непривычно, видите ли, я не менеджер, и я инженер, я очень далек от этого всего, то есть, там номер ват надо внести, какой, где его, мы ничего в этом не понимаем. Мне это не интересно. Конечно, я могу все бросить, этим заняться, времени у меня полно, допустим, но это не серьезно. Короче, когда получаешь компоненты, ну, я нахожусь в Евросоюзе, допустим, а из Норвегии это не Евросоюз, вот в этом проблема как бы. Вот Монокор, например, это внутри Евросоюза, они меня взяли, прислали, я получил через несколько часов после того, как они отправили практически эту посылку, то есть... Потом вот это все, да. Ну, мы же просто общаемся. Я так понимаю, здесь смотрит это видео очень ограниченное число лиц, которым интересно, что получится вот из этого, в частности, и зачем это получится, тоже немаловажно такой вопрос. Ну ладно, давайте перейдем все-таки к делу. Значит, измерения, которые я здесь буду делать, я вот поставлю здесь микрофон и сниму амплитудно-частотные характеристики каждого из этих динамиков отдельно. Не с ближнего поля, как я это делал в прошлый раз. Это тоже хороший метод, но там надо очень хорошо бы не ошибиться в чувствительности, потому что миллиметр в сторону, и ты теряешь несколько дБ буквально. А из одной позиции с расстояния, там, допустим, 50-60 сантиметров, дает картину просто по чувствительности, более точную, которую каждый динамик в своем рабочем диапазоне работает. И подложив эти графики в схему кроссовера, которую я буду моделировать, здесь вам прям покажу. Это будет более точно, можно будет выбрать деление как бы этих динамиков по амплитуде в частности. Что касается измерений, конечно, это жилая комната, конечно, чудовищное отражение. Если бы мне нужно было из безэховой камеры, я бы взял из безэховой камеры или у клипера, значит, со сканера очиха. Но мне надо именно вот набор динамиков именно для кроссовера, и это очень важно. Цель не убедиться в линейности очиха еще в каких-то параметрах, а сшить полосы только для этого. По этой же причине я не собираюсь ограничивать окна, как мне какой-то пользователь написал здесь, почему я не использую ограничения по окнам, потому что тут, вот, ну, допустим, метр до пола, то есть 2 метра между для этого отражения, там окно получается 5 миллисекунд, предположим, хорошо, да, получается, и получится сглаженный бас там где-то вот 200, там, не знаю, 300 Гц, допустим. Меня глубоко не интересует этот диапазон до 300 Гц, то есть вообще слово никак не интересует, потому что сшивка у меня будет на 800 Гц, а на 800 Гц вот это вот все ограничение оконное, оно не имеет вообще никакого смысла. Кроме того, находясь в неправильных, но равных условиях, сшиваемые полосы, то есть очиха этих динамиков, дадут одну и ту же картину в любом раскладе.
То есть вот даже если на частоте раздела, на этих 800 Гц есть какая-то рефлекция, где-то здесь летает что-то. Ну, она летает для обоих динамиков, и поэтому я их сошью совершенно корректно. Ну, то есть я получу материал для сшивки совершенно корректно. И это очень важно понимать. Ну, кроме того, и, пожалуй, еще самое главное, что в метрологии принято снимать без ограничений параметры, а при интерпретации ограничивать сообразно задачам и условиям, при которых эти характеристики снимались. Это тот же комплекс Клиппеля построен на компенсациях разного рода. Все это работает в интерпретации уже, вовсе не в процессе снятия параметров. Это все очень хорошо понимать, потому что иногда возникает критика, там, и хотелось бы ответить, но, повторяю, я не менеджер, я не публичный человек, мне проще послать, чем объясняться в этом всем. Ну, иногда объясняюсь, иногда грублю, там, по-разному бывает. Но прошу понять, то есть, хотя я не прав все равно, наверное, ну, не знаю. Короче говоря, меня к людям подпускать нельзя, как говорили мои знакомые, ну, партнеры, коммерсанты, с которыми я работал, ну так на то они коммерсанты, а я инженер, но при этом я учился, они как бы коммерсанты. Вот. И поэтому у каждого свое должно быть. Так вот, я сейчас сниму АЧХ. Каждого из этих динамиков подставлю в программу, в которой делаю кроссовер, проектирую, и посмотрим, что получится. Ладно? Добро, погнали. Сейчас подключен басовый динамик. Микрофон стоит направленный примерно по оси твиттера, потому что он наиболее чувствительный, может потеряться там. Но все остальные динамики, в общем, это не касается. Что касается полосы, да, сейчас я посмотрю. Полосы, не, ну не 200, конечно, пускай будет там от 100 Гц, не знаю. Ну и поехали. Молодец какой. Получился такой вот чудный график. Ну, мы его, пожалуй, сгладим, чтобы опять же он не мешал развлекаться. В 1/3 полосах принято это все мерить. Кстати, вы видите, вот это вот то самое, что я собираюсь компенсировать с потери, связанные с баффл-степом отражения потери от передней панели. Ну ладно, назовем это все вуфер. Это английский, да, вуфер. И сохраним, чтобы не пропало никуда. Это у меня 3 Weyman Korten Benfond Tech, да, вроде буфер, да, все хорошо. Это первое. Теперь, не меняя положение микрофона, я переключаю контакты на среднечастотный динамик. Тот самый купленный Tankband. Я снимаю его характеристику. Ну, можно в этом же диапазоне. На самом деле, меня интересует куда более узкий диапазон. Как я говорил, снимаем во всю диапазон, во весь диапазон. А при интерпретации изменяем. Тоже сгладим, чтобы тоже не мешало развлекаться. Назовем это дело mid. И сохраним ту же корзину. Ну и к фаунтеку я подам сигнал через конденсатор. Не помню, по-моему, 20 микрофарад или 15. Потому что у фаунтека что? У него сопротивление постоянному току сотая доля ома. И если усилитель имеет какой-то потенциал на выходе, он его просто сожжет или сам горит. Поэтому рекомендую, собственно говоря, это обычная рекомендация через конденсатор его включать. Ну, а тут 20 Гц были совершенно напрасными. Нет, сделал перемену. Сгладим. Назовем это твиттером. И сохраним туда же. Все, на этом эксперименты с снятием амплитудно-частотных характеристики закончены. Импедансы
этих динамиков у меня есть, я их снимал прежде. Поэтому я восстановлю здесь соединение, чтобы просто случайно не включить не то, что следует. И попробуем спроектировать кроссовер. Как всегда, планировалось одно, делалось другое, получается третье. Дальше пошло хуже. Спроектировал, порадовался, собрал, не нравится. Переделал фильтр, собрал. Другой вариант, тоже не то. Муки творчества, знаете. Признаться, расстроился. И когда решил, что детская мечта была несостоятельна, да ну ее эту царевну лягушку, не очень-то и хотелось. Так вот буквально во сне, что у меня уже не первый раз пришло решение, которое будет просчитано и собрано, вдруг дало, можно сказать, желаемый результат. Итак, вот он перед вами, новый кроссовер, новая схема кроссовера. Я вам его покажу крупно специально. Вы видите некоторые изменения, которые здесь внесены. В основном не касается раздела среднего высокочастотного динамика, конечно. Введен резистор для компенсации, для попытки компенсации баффл степа. Но могу сказать, что она была неудачной, потому что слишком много нужно компенсировать. Учитывая вот эти алпады, вы можете судить о том, что чувствительность этих динамиков была завалена чуть ли не на 10 дБ, что говорит о том, что конструкция в принципе несуразная. То есть в фабрику такое бы не пошло, в серийное производство, потому что там все-таки люди норовят делать изделия, ну, гармонично и с используемыми компонентами по назначению, как бы. То есть чувствительности басовых динамиков в этом случае не хватает для совместной работы с этим купольником и с этим тюнером. Что можно сделать заодно, кстати, сразу о будущем проекта? Вряд ли это будет финальная часть. Я не знаю, хватит ли у меня желания или энергии, или вашей поддержки, скажем так, для того, чтобы продолжать проект и делать видео с новыми, с новым конструктивом, продолжать ли использовать эту спарочку среднечастотного и высокочастотного динамика, подбирая к нему басовое звено, или все это изменить, просто поставить твиттер и сшивать двухполосную систему. Но, однако, это уже идет в сторону вульгарной мультимедии, мне бы не хотелось этим заниматься, но это просто неинтересно, я так скажу. Это интересно, вот. Но, видите, получается или-или. В маленьком кабинете хотелось сделать трехполосную систему с использованием купольного динамика среднечастотного, специально выделенного, заточенного на воспроизведение самого тендитного, самого трепетного диапазона, который очень трудно передать. И мне кажется, этот динамик неплохо с этим справляется, тем более с этим новым кроссовером. Я такие сделал частоту ниже раздела. Сейчас я вам покажу характеристики, которые получились. И получилось, ну, довольно музыкально. То есть это была уже третья или даже четвертая версия фильтра, которую я попробовал. Поэтому это заняло больше времени, чем я предполагал. Хотя спешить мне некуда. Я могу ковыряться еще хоть год с этой сшивкой. Но учитывая то, что басового динамика явно недостаточно одного для работы с этого, для работы с этой парочкой, я решил особо не утруждать себя. Что можно было бы сделать? Можно было бы поставить два таких басовых динамика, тем более, что он просит 7,5 литров всего каждый. То есть вот в этом 15-литровом ящике их легко можно было бы разместить два, но получилось бы на 3 дБ больше. Спасает ли это тему? Нет, это не спасает тему, во-первых, а во-вторых, и самое главное, что именно здесь, именно в этом этот динамик играет голосовой диапазон. То есть основные гармоники находятся, тоника находится в ведении этого динамика. И разбивать ее на две части для того, чтобы оно хаотически складывалось там. Я не хочу, мне это просто морально это неприятно. То есть это делают все подряд. То есть вы видите много колонок с двумя басовыми динамиками, там туда, куда валит там до 4 кГц весь диапазон. Уж точно со всеми обертонами голосов и музыкальных инструментов, реальных, акустических. Но мне это не интересно просто вот таким вот образом. Поэтому это не тот метод. Тот метод — это, ну, установка какого-то динамика, который
соответствует этой шефке, то есть под 95 дБ это может быть и 12-дюймовый басовик. Причем хотелось бы со скоростными хорошими характеристиками, конечно, соотношением массы подвижной системы к BL, к движущейся силе магнитной системы, но это не столь прямо обязательно, поскольку творческую задачу больше решает среднечастотный динамик. Вот, да, давайте я вам покажу, собственно говоря, как это все работает. Вот если сделать анализ этой схемы, получим вот такую вот характеристику. Вы видите область работы низкочастотного динамика, среднечастотного динамика и, соответственно, твиттера. На твиттере, как я ни крутил, как ни вертел, вот это вот его порожек, который здесь есть, который является акустическим фильтром чуть ли не третьего порядка акустическим. Ну, то есть, если достать файл, допустим, твиттера, он выглядит вот так. Вот это вот без фильтрации. То есть, вот у него чуть ли не третьего, четвертого даже порядка акустический фильтр есть. Ну, я резал выше, конечно, но здесь тоже, видите, есть порожек, вот я о нем сейчас говорю. Вот. То есть, наложившись сюда еще мой фильтр, электрический фильтр третьего порядка, получился достаточно крутой срез, что делает его работу безопасной и годной для работы на чудовищных звуковых давлениях, максимальной, которые лента выдержит, там, сколько она гуляет. А, кстати, она неплохо гуляет, она пару миллиметров таки гуляет. Ну и среднечастотный динамик тоже имеет характеристику, тоже опять, если я вам достану, покажу. Вот вы посмотрите АЧХ среднечастотного динамика, снятого в этой позиции без фильтров. То есть здесь вообще срез чудовищный какой-то. И мне пришлось приложить немало усилий, чтобы его порезать вот на частоте 4, 5, 3, 4, 5 кГц. Вот где-нибудь здесь его привалить. И вот этот вот график показывает, что мне удалось сделать. Но, однако, графики это одно, как пишут некоторые комментаторы, меня это радует, что я слушаю, мол, не осциллографом, а ушами. То есть я приветствую эту категорию людей, которые не понимают, о чем идет речь, но мне они не интересны, и вдаваться в объяснение ими не буду. То есть, ну, это унизительно просто. Это просто одноклеточная публика, она должна была или вымереть, или отвалить от музыки, потому что она творчески не способна просто разговаривать на эту тему. Посмотрим те на измерения. Мне же не жалко, как бы здесь все включено, все настроено. Вот в этой же программе сейчас и сделаем измерение в диапазоне 40 Гц, 20 кГц. Та-та-та. Сгладим обязательно. Включили компенсацию long sine sweep. Вот перед вами амплитудно-частотная характеристика, снятая в жилой комнате. То есть басовый диапазон смотреть не надо, до скольки-то там, хоть до 500 Гц. Вот нас интересует шивка, которая могла бы внести свое влияние как-то, ну вот от 300 Гц, предположим. Вот этот участок диапазона можно оценивать более-менее объективно. Разрешение, видите, 5 дБ, вот это цена этой клетки. То есть несложно убедиться, что разброс ЧХ составляет не более 2,5 плюс-минус дБ во всем диапазоне частот, в этом диапазоне частот. По басам все несколько хуже. Здесь вот эта вот хаотичная картина отражения, переотражения и, конечно, потери. Потери на баффл степ. Это ужасно, конечно. Но тут я ничего сделать не могу, как бы. Да, ну, можем импульсные характеристики, люди любят. Давайте пинг нойз зарядим. Ну, тут вот 4 миллисекунды. Эх, не получилось ничего. Ну, давайте выдвинем его сюда и посмотрим, что FFT нам покажет. Ну, ничего удивительного, что он показывает то же самое, только эту картину вот можно больше оценить басовую, которая здесь сложилась. Что еще? Можно посмотреть степ-респонс. Ой, как здесь все запущено. Вот. И OSD, если кому-то интересно, выглядит вот таким вот образом.
Ну, понятно, басовая картина чудовищная извращена, все остальное вы видите. Также люди меня, кстати, просили, чтобы я показал все эти измерения, проведенные в программе Rev. Она, видимо, очень популярна среди аудиолюбителей, и им удобно в ней. Я плохо владею, поэтому прошу простить, тут могут быть не очень хорошие, ну, не очень установки объективные, хорошие, ну, качественные, но я в этом, к сожалению, мне лень разбираться. Частотный диапазон, да, то есть SPL, тыры-пыры, моя звуковая карта, второй канал, Yamaha, Steinberg, Asio, ну и старт. Ну и старт, я уже понял, что здесь надо сглаживать вручную. Вот увидите, собственно, ЧХ, то, что мы видели примерно в той программе. Вот тоже 5 дБ зазор, в него вполне вписывается, вплоть до 200, предположим, Гц. Частотная характеристика ниже, к сожалению, хуже. Фазовая характеристика в местах сшивок не представляет собой проблем, то есть она практически ровная. Что еще можно показать? Дисторшн. Ну вот дисторшн. Как тут делается это? Брык туда-то. Дисторшн. Кто понимает, кому это интересно, пожалуйста, анализируйте. Я сразу скажу, что я не настроен возить этот сетап, это Odoroblo к клипелю на сканер, потому что, во-первых, это не окончательный вариант, это самая главная причина, во-вторых, это не имеет практического смысла, я не могу сказать, что это будет популярной конструкцией среди аудиолюбителей. И вообще, как бы, этих измерений, на мой взгляд, достаточно. Зачем какая-то детализация, которая нужна при проектировании сильно серьезного изделия, планирующегося к внедрению в производство? Да, так что здесь еще есть импульс, есть вот это вот, я не понял, как он здесь его отображает. Групповое время задержки, вот, пожалуйста, кому интересно. RT60, пожалуйста. Я не могу объяснить вот этих всплесков, то есть мне оно как бы не занимает особо. Вот Waterfall, люди просили, тоже пожалуйста. Здесь он выглядит иначе, чем в той программе моей, которую я использую. Но тем не менее. И что там еще? А, спектрограмма тоже, может, кому-то это будет особо интересно. Вот такая вот, друзья мои, история. Дайте его выключу, она меня немного раздражает. Да, так вот, детально обмерять и выяснять ее ликвидность я не намерен. Я вам дам послушать некоторые фрагменты, как звучат на этом сетапе, а потом еще вернемся к обсуждению. Итак, сейчас я дам вам послушать сначала коричневый шум, убедиться в линейности системы. Этот, на этом графике на верхнем будет сигнал, записанный с микрофона, как вы видите, а на этом будет сигналограмма оригинального файла, то, что я называю оригиналом, то есть то, что подается на колонку. Итак, поехали. Ой,
Это не очень информативная музыка, честно говоря. Я хотел показать просто, ну, более-менее хорошего качества материал, но не удалось. Я запишу тестовый трек на своем обычном наборе треков и на новом наборе треков и дам вам послушать, но уже в другом выпуске, соответственно. Напомню, что основной фичей этой системы является три полосы, отдельно выделенный среднечастотный динамик купольного типа, очень быстро действующий, с хорошими переходными характеристиками. И также я отношу к преимуществам этого решения фильтр крутых порядков достаточно, которые огораживают динамик от нежелательных диапазонов частот для них, например, для твиттера низкочастотные сигналы крайне вредны для звучания, появляются искажения с их появлением. А у этого твиттера, учитывая электрический и акустический порядок фильтрации, он практически исключен. То есть на эту колонку можно подавать на очень много, ну, очень много мощности, и она ее выдержит, разведет довольно приличное звуковое давление, несмотря на то, что все, кроме басового динамика, резано, ну, очень жестоко, то есть несуразно жестоко, на мой взгляд. Вот, пишите, что вы об этом думаете. Посмотрим, будем продолжать проект. Нет, что еще интересного можно было бы вам показать. Затем пока. Auf Wiedersehen, друзья.